Футбол. Я Георгий Черданцев, и со мной здесь на комментаторской позиции Константин Генич. Франция говорит и показывает. Мы в прямой трансляции матча Лиги 1 Uber Eats. Это Стад де Реймс против Пари Сен-Жермен. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственный момент. Конечно же, о Килиане Мбаппе стоит упомянуть. В прошлой игре он отгрузил 3. Конечно, соперник сегодня постарается лишить его мяча, но получится ли? Давайте о составе хозяев поговорим. Тренер выпустил сразу 3 центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Игра началась. ПСЖ с мячом. Данило Перейра. Отличный отбор мяча. Отлично он мяч держит. Тут может быть опасно. Мяч за боковую уходит. Пари Сен-Жермен на половине соперника. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Отличный пас на повторе. Видно, что видел он совершенно точно, кому и как хочет мяч доставить. Да, и там получился выход 1-1, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу. Пари Сен-Жермен забил и вышел вперед, а игра возобновляется. Лионель Месси. Очень хорошо он пасовал. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Я Георгий Черданцев, и со мной здесь на комментаторской позиции Константин Генич. Франция говорит и показывает. Мы в прямой трансляции матча Лиги 1 Uber Eats. Это Стад де Реймс против Пари Сен-Жермен.